Год пролетает очень быстро, просто это мгновение, действительно. Но за этот год все-таки очень много сделано. Масса новых программ. Мы были за этот год с большим очень турне по Европе, в Германии и в Испании. И что очень приятно, что там довольно взыскательная критика, особенно в Германии. Там люди приходят на концерты очень часто с партитурами и сверяют вот то, что они слышат, и то, что они видят. И мы получили высочайшую оценку немецкой прессы, таких изданий, как «Süddeutsche Zeitung». Это очень важно и для будущего, и как факт биографии оркестра. Ну, так совпало, что такие трагические события в Польше. И мы будем играть сегодня в первом отделении фортепианный концерт Шопена с замечательным, талантливым пианистом Филиппом Копачевским, учеником известного профессора Даренского. Ну, как вы знаете, поляки считают, что музыка Шопена – это сердце Польши. Так что вот какой-то отголосок этих событий вы сегодня услышите. Приехали в Московский государственный университет, это наш долг святой, и все-таки я как бы являюсь почетным доктором этого высочайшего заведения. Я глубоко уважаю Виктора Антоновича и всех преподавателей и профессоров, которые создают, на мой взгляд, очень важную вещь – элиту государства. Потому что именно элита, о которой часто очень говорили раньше негативно, но теперь постепенно начинают понимать, что именно элита – это тот локомотив, который весь состав за собой поведет. Нам это очень важно.